Доход районного бюджета на следующий год, утвержденный районным советом депутатов, предусмотрен в размере 6 миллиардов 167 миллионов. Расходы составят 6 миллиардов 276 миллионов. Дефицит 109 миллионов рублей. Средства распределены на реализацию свыше двух десятков муниципальных программ. Наиболее значительной статьей расходов в бюджете станет развитие образования. На это запланировано выделение более 4,5 миллиардов. За развитием образования по количеству выделяемых средств следует развитие культуры. Предполагается потратить 425 миллионов рублей. Далее – содержание жилищно-коммунального хозяйства – 180 миллионов. Развитие физической культуры и спорта – 154. Развитие дорожно-транспортного комплекса – 68. Создание условий для оказания медицинской помощи населению – 49 миллионов рублей. На программу «Молодое поколение» затратят 15, на благоустройство территории – более 3 миллионов рублей. Совет депутатов также утвердил основные характеристики бюджета района на плановый период 2019 и 2020 годов. Соответствующие доходы запланированы в размере 5 миллиардов 951 миллиона и 6 миллиардов 283 миллионов рублей. Расходы – 6 миллиардов 62 миллиона и 6 миллиардов 405 миллионов рублей.